Мы понимаем, что на сегодняшний день 54-й ФЗ стал для нас не то чтобы неожиданным, но мы все надеялись, что все-таки будет не так быстро он принят и не так быстро пойдет его реализация. Тем не менее, закон принят. В 2015 году он был опробован на 4 областях: Калужская, Татарстан, Москва и Московская область. Участвовало более 4000 онлайн-касс, то есть есть определенный опыт, какие-то поправки, в том числе и исполнителю этого закона, Федеральной налоговой службе, они принимаются и что-то дорабатывается. Агентство городского развития и инвестиционное агентство – это два важнейших института развития бизнеса, которые представлены в нашем городе. И это те структуры, которые сопровождают проекты на любой стадии развития. Вот в частности, агентство городского развития работает, начиная от желания прийти в бизнес и вырастить бизнес-идею. Инвестиционное агентство работает по сопровождению непосредственно инвестиционных проектов. И благодаря тому, что мы действуем достаточно активно на нашей территории, нам удается действительно существенную помощь нашему бизнесу оказать. И мы занимаемся уже целый год практически подготовкой к реализации этих мероприятий по федеральному закону. И, конечно, столкнулись уже с рядом проблем определенных, которые нам удалось частично решить. Какие-то мы еще решаем, и поэтому я хотела бы поделиться своим опытом, какими-то сложностями, какими-то находками в решении этих задач с коллегами. И, наверное, частично успокоить предпринимателей, потому что для всех введение новых этих изменений, оно волнительно.